Угу. Она кому-то... Ага, нормально пишет. And internet, you have internet connection? Yes, we have internet. Like Wi-Fi? Wi-Fi. Okay. And you have available right now, or? I have available right now, yeah, it's empty right now. Okay. It's good. Да, нормально тут. Это сколько стоит она? So, and this one is for? It's 49. For, also 40? Yeah, it's 49. Okay. 40 euros. Отлично. We are staying in another house now, so we just wanted to know what opportunity. Спроси, если снимаешь, на какой срок можно снимать, чтобы скидка, допустим, месяц, два. You have like for 1 month rent, or if you rent for 1 month? I have to. Well, it would be the same amount of money. Ah, okay. Same amount. I have to check to see if we have availability for 1 month. I'm sure we do. I can shift things around. Okay. Thank you very much. We know that you're here. Друзья, вот такой вот апартаменты, как вы сейчас видели, если видели, я просто не хотел там снимать. Вот можно снять за 40 евро, это вот здесь вот. Вот. Вон, кстати, сайт их, я так понимаю, да? Моби Дайвис, да. Вот за 40 евро можно вот такие вот апартаменты снять. Да. Ну, это нормальный апартамент. Да, с интернетом. Главное, что... Тоже, там комнаты тоже есть, они дешевле, просто спросила. А, еще комнаты какие-то есть, есть, да? Просто комнаты. Просто комнаты, ага. Я думаю, они дешевле. Да. Вот, находится этот апартамент, вот здесь сразу море Средиземное. Это мы сейчас вообще находимся на острове Гоза, и это место, как оно у нас называлось? Шленди, это место называется. Вот, одним словом, за 40 евро можно снять вот такие апартаменты, и также еще информация, то, что за 20 евро можно снять комнату. Это то, что, потому что мы снимаем, я это знаю. Вот, сейчас узнали насчет такой квартирки. Какие дела, там две комнаты, как вы видели, одна типа спальня, другая типа зал, там кровати. Газовые плиты были, интернет, он сказал, есть, хотя если его не будет, ничего удивительного не будет, но вроде говорит, что интернет есть, я думаю, что, скорее всего, может, даже он, наверное, на самом деле реально есть. Вот. Такие вот дела, что пока все, смотрите Обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.